Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня хочу познакомить вас с такими вкусными хрустящими пирожочками с самбусой, которые ласково называют самбусики. Для самбусы в Иордании я покупаю вот такое готовое тесто. Если у вас нет такого, то я думаю, его можно прекрасно заменить на лаваш. Также нам понадобится фарш и овощи. Овощи можно брать замороженные или свежие. У меня вот кукуруза замороженная, а морковь и лук свежие. Луковицу порежем кубиками, обжарим на растительном масле. Морковь нарежем кубиками также. Можно использовать и замороженную морковь, морковь с горошком. Нарезаем и отправляем к луку. Сюда же добавляем замороженную кукурузу, где-то грамм 100-150. Теперь фарш и специи. Не забываем про соль. Можно специи любые, которые у вас есть, к мясу. Я добавляю черный перец, немного зиры и куркума. Теперь тушим до готовности, примерно минут 20. Итак, начинка готова. Теперь тесто. Его нужно предварительно разморозить, так как хранится оно в морозилке. И достаем по чуть-чуть. Остальное тесто убираем назад в упаковку, так как оно может засохнуть и тесто поломается. Берем, выкладываем по чайной ложечке. И теперь вот так вот скручиваем треугольничками. А хвостик заправляем внутрь. Есть способ вот так вот еще скрутить кулечком, поставить туда чайную ложку или полторы чайной ложки начинки и скрутить вот так вот конвертиком. Вот смотрите, остается хвостик, и его мы заправляем внутрь. Теперь будем жарить наши самбусики. Я жарю в полуфритюре. Где-то у меня 150 мл масла уходит. В разогретую сковороду выкладываем аккуратненько самбусу. Жарим на среднем огне до золотистого цвета. И будем следить, потому что самбуса очень быстро готовится. Самбусы можно делать с любой начинкой, и творожной, и сырной, и овощной, какая вам угодно. Выкладываем на тарелочку с бумажным полотенцем, чтобы остатки масла впитались. Смотрите, какая красота получилась, это просто вкуснятина! Всем приятного аппетита!